Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стик. Сегодня 20 июля 2021 года. У нас уже поздний вечер. И вот наша ламбадочка вернулась после операции. И скорее писать. Вот я знаю, что долго очень, когда они в дороге, скорее писать. Да, проверять тут мисочки. Тут у меня течные девочки. Это зона закрыта. Ксюня, потому что они там с Юлькой что-то не поделили. Как обычно у нас тут бывают приключения по поведению у ребяток. Тасенька наша, Викуся со щеночками. А вот там у меня Лялечка с детишками. Да, да, пожалей, пожалей. Твоя доченька, да. Твоя доченька, да. Проверь, что там такое. Мама Зона скорее проверяет дочу. В целости или в сохранности привезли ребенка. Говорит, где это вы отсутствовали? Зевсик уже у новой мамы. Наш папа снял видео, и когда он поужинает, он обязательно покажет, что он заснял. На сегодняшний день это не последнее видео про наших чишек-детишек. Я еще обещала показать бассейны. Вика торопится к своим лялечкам. Так, Ксюша, Викуся к лялечкам. Викусины лялечки со мной на кровати, потому что мы еще вот только-только недавно 18-го рождены. И пока надо помогать деточкам. Кто там, все маленькие, но кто-то более шустрый, к сисенькам забирается. Ой, лапочку сейчас будем разматывать, от капельницы уже он затекла. Но в целом девчонка бодра, активно весела. Очень заботливая мамочка Зона. Проверяет ребеночка, да, вынюхивает, говорит, что такое-то, что с ребенком, скажет, что за запахи от ребенка, да, помыть, проверить, пронюхать, скажи, моего ли ребенка вы тут вернули, вот. Зона у нас как раз вот 4 месяца назад родила деток, и вот потекла, вот она наша красотка Зона, мама ламбады. Поэтому сейчас ей рожать нельзя, беременеть нельзя. И мы ее течную спрятали вот сюда, в эту комнату, где у меня роженица. Максимально попытались разгородить роженицу. Вот тут у нас перегородки. Потому что мамы новорожденных... Тася, кушай, приятного тебе аппетита. Потому что роженица, когда они вот только-только родили детишек, очень-очень сильно охраняет своих деток друг от друга. И детки, когда плачут, мамочки очень сильно реагируют. Но тут у нас нянька Дуся еще, конечно же, присутствует, да. Да, Дуся тут все под контролем держит, как самая опытная нянька. Не могу сказать, что самая старшая в этой комнате, это ее мама Тасенька. Да, Ксюнечка проверяет. Ксюнечка, это как раз-таки мамочка князюшки и кардинала, и она родила... Чуть раньше, тоже 16 марта, а Зона 18 марта. И пока течки у нее почему-то нет, но должна быть. И вот тоже ее надо скрывать от парнишек. Так, все накрошили, все раскрошили. Небольшой беспорядок, потому что мы тут полностью были заняты детишками. Времени не было ни на что. Птички выкидывают корм из кормушек. Сейчас вот тоже переселять надо. Перепелов подросли. Мамульки тут вон все кушают, бабушки. Ламбада пошла проверять. Здесь у нас фонтанчик с водой пока отключила. Да. То ладушка, иди пописи, маленькая. Всегда с дороги писать первое, что они хотят. После операции приезжают как-то. Да. Ну, вот сегодня 20-е, значит, где-то 7, ну, пусть 10 дней. Это тот срок, за который можно уже, ну, все подзаживает, и можно уже спокойно транспортировать малышку в новый дом. Да, а едет у нас ламбада далеко, в Нижний Тагил, то есть это на самолете, и поэтому, ну, где-то 30-го можно ее забирать, 31-го или чуть раньше. Как получится у новых мамочки и папочки с билетами, самолетами.
Вот, потому что обычно за эти дни это все заживает, зарастает. Вот такой ребятенок, абсолютно бодрый, активный. Вкусняшечку нашла. Да, даже что-то и писать не хочет. А там что, на пеленочку писала, что ли, в дороге? А фазанчики тут он с ума сходит. Плюги нагнали, перо меняют. Вот, сейчас не до уборок, пока мы тут ждали свои роды. Вот, собственно, я не сомневалась, что все у нас пройдет замечательно и хорошо. Так как оперировал наш любимый ветеринарный врач Виктория Владимировна. И недавно вы видели и Зевсик, и все предыдущие операции такого плана. Все изумительно, легко и замечательно. Осталось только снять лейкопластырь, а то ей неудобно ходить. Уже даже лапка оттекла. Вот. Ну, на этом, дорогие друзья, попрощаюсь с вами, но ненадолго. С ломбадочкой все хорошо. Остальные новости постепенно буду вот рассказывать и показывать. По мере появления, опять-таки, у нас интернета, как всегда, у нас штормовое предупреждение МЧС присылает. Будет дождь, не будет дождь, непонятно. Но интернет уже брахлит. Связь пропадает, все зависает. Поэтому, что могу, то загружаю по мере возможностей наших соцсетей, связи с интернетом и вообще с миром. Сама заботушка, мамочка, сама заботушка. Ну что вы там творог не поделили, ну как всегда. Зона у нас, как всегда, отличается аппетитом хорошим. Сколько не дай, все мало. А Аська у нас самый спокойный по сети. Да? Зона. Ой, жмотина, ой, жмотина. Асюсик, красотосик, скажи нам, Асясь. Скажи нам, Асясь. Скажи, Асясь? Ой. Ну, скажи, Асясь. Тасеньке в октябре будет 13 лет. Да, тебе 13 лет? Она мама нас и Дуси? Да, вот скажи, мне 13 лет скоро будет, да. А, нормально, ламбада уже вкусняшки тут нашла. Давай-давай, вкусняшки кушай. Все, дорогие друзья, пойду распаковывать покупки, бассейны и другие зоотовары. Обязательно расскажу и покажу, что мы приобрели и понравится ли это нашим детишкам. Оставайтесь с нами, если вам интересно наблюдать за жизнью наших питомцев. Подписывайтесь на канал нашего питомника, чтобы не пропустить новые видео. И до новых видео и до новых встреч на канале питомника Марии Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам!